Майло, мой любимый водила. Тебе заплатили? Ты знаешь, что я здесь не из-за денег. Рада это слышать. Твой байк за домом. Он слегка поцарапался. Надо мне ездить осторожнее. Особенно, если я там еду. Что там за дела у вас с Филиппе, меня не волнует. Скажи мне, где я могу его найти? Это не так просто. Ответ «нет» не принимается. Подожди минуту. Ты совершаешь ошибку. Я говорила, это будет непросто. Есть успехи? Я не про танцовщицу. Ты меня тормознул, Галло. Девчонка замешана? По горло. И теперь она ушла. Значит, придется попотеть. Мы должны взять этот груз. Часть задания — смотреть за Мигги. Следи, чтобы он не шалил. Я не нянька. Нет.
Но я слышал о тебе много хорошего. От Че, ото всех. Ты защитишь моего брата. От других, да. Но не от него самого. Поможешь. Я, может, найду тебе работу. Что-нибудь посерьезней. Мигги, это Мило Беррик, твой водитель. Мне не нужен водитель! Тебя никто не спрашивает. Решено. Будешь его возить. Это все Мигги. Говорит, что обдирает какую-то мелкую банду. В детали особо не вдается. Спаси его от него самого, а? Нахрен, чтобы наш водил тоже мог понимать. Не слишком ли много вопросов ко мне, а? Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Это как аналитик. Как та глупая сука, которую мне подсунули, когда я был, но в тюрьме в прошлом году, сплошной трёх. На кой хрен тебе это надо? На кой дьявол тебе надо этот, вот это все? Я аж озверел от нее. Хочу, слушай, у нее, блин, классно. Ну, как ты, ребят. Ладно, ладно, английский. Что за дела? Куда мы вообще едем? Мы просто хотим покатать этого Янки по городу, показать, как мы тут тусуем. Он на меня, по-моему, бычится. Что за дела, америкос? Ему, небось, не нравится шоферить на нас бандитов, а, пиндос? Да, крутняк! Хочешь работать на канале, делай то, что я говорю. Мигги за своими добрые, пока они себя хорошо ведут. Мигги, что теперь берем? Грузовик, набит плазменными панелями нахрен, путевыми DVD-вертаками, порнухой в конце концов. Будем это дерьмо в море вываливать. Ты чё несешь? Клевое дерьмо! Ты погоди, на тёлок посмотришь! Любую мелочь видать! Да что с тобой за фигня, Мигги? Половина этих румынских путей — это вообще не тёлки! Я хоть знаю, какие тёлки на ощупь. Ты тут до сих пор с выхлопной трубой это делаешь. И не боись, если все пойдет как надо, дам тебе попробовать нашего американского друга. Может, хоть тогда дернется. Чувак реально в одну точку втыкает, как статуя или еще какое-то дерьмо. Я так думаю, он обученный. Что, правда, американец? В армии служил? Не тупи. Этот чувак пиццу, небось, развозил, я прав? В течение получаса, если нет, за наш счет. Эй, Мигги, как называется америкос с IQ 90? Ну и развалина нахрен. Поищи что-нибудь посвежей. Ладно, ладно, шевелитесь все, чтоб были готовы нахрен. Будут проблемы? Мы поднимаем суперское дерьмо на миллионы евро. Конечно, будут проблемы. Мигги! Става сказал. Черт бы побрал этого Става нахрен! Пора показать народу, что почем. Ходим быстро! Пленных не брать нахрен! Сукины дети. Румыны? Ну, это никак не маленькие сучки. Чё, надрать задницу румынам проблема? Заткнись нахрен! Ты
потерялись эти часы. Проклятие, вытащи! Мигель, приложи-ка их. Ты что? Надо найти обойму. А он нас убьет нахрен, если мы тут сдохнем. Взять его на прицел. Проклятье, вытащи нас отсюда! Это что, все? Ну что вы добились, румыны? Ни черта! А он нас убьет нахрен, если мы тут сдохнем. Грязные румыны. Да! Подойди и получишь, блин! Проклятье, вытащи нас отсюда! Я у вас под носом! Я не убьем. Раду это сделаю. Следующий. Моя уси. Я пришел по твоей. Большие столы и скверный характер. Время вышло, румыны! Теперь очередь каналья, нахрен! Я у вас под носом! Посмотрим, у кого ты. Это кровь! Да, мило, ты мой брат! Они нажрались дерьма! Ну что вы добились, румыны? Ни черта! Имеет нас, кажется, сейчас умею! Румыны! Теперь очередь каналья, нахрен! Сейчас приберемся, ублюдок! Румыны, ни черта! Проклятье, вытащи нас отсюда! Вижу цель! Кто-нибудь спасите его! Ваше время вышло, румыны! Теперь очередь каналья, нахрен! Да он нас убьет нахрен, если мы тут сдохнем! Проклятье, вытащи нас отсюда!
грузовик мой, расчисти дорогу, мило. Тебе американскую свинку или кружку канарис? А вот за это ты пострадаешь. Игры закончились. Если это реально кайф. Уйдите с линии огня. Патроны вышли. Румыны скоро будут здесь. Двигай! Разнеси их нахрен! Раздавить в лицо! Не объезжай! Ну, пролом, мило! Мы как Годзилла в том кино, понимаешь? Вперед, парень! Не сворачивай, понял? Осторожно, 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 это слишком большие. Валял дурака в своем доме.
тебя есть страховка. Нет, не радуйся, неделя. О, это был ты! За нами, не тормози, мило, но Барретт. Чтобы спасти вашу задницу. А потом это будет болеть нахрен. Территорию. Они не будут нарываться на войну с Лос Чулос и Мигелем. Бегите, сучки румынские! Что получили от Мигеля? Вот и жрите свое дерьмо на! Мило! Хватай это, а вот поэтому врез! Есть проблема. Твой брат начал драку, а довести до конца не смог. Это бодяга с румынами, и будет война. Все обойдется. Конлос Рамос? Нет. Не обойдется. Туэросуна идиота! Что мне делать? Завести нового брата? Или это никак нельзя? У нас семья своего не бросит. Даже если он паршивое, безмозглое дерьмо. Румыны любят решать вопросы лично. Может, получится разрядить обстановку?